Давно появился, месяц назад? Поболее, где-то полтора месяца. Да. Может, но... Кто играет? Ну, в основном не русские. У русских не получается. Не выигрывают? Да. Второй раз вот я его наблюдаю, он подходит. Угу. Я говорю, что, получается? Он говорит, нифига. И я аж потерялся, куда идти-то. Угу. А эти раз налички выдают им. Главное, этими тысячами. Она там же не Женщина. Она ее любит. Так, оказывается, в этих будках кто-то существует внутри. То есть это действительно как ларек. Только продают там не фрукты, ягоды, а вот возможность стать инвестором с района.